и рассказать вам, обратить ваше внимание на один документ, который опубликован в свободном доступе на сайте муниципия Кишинева, Кишинева МД. Речь идет о диспозиции генпримара под номером 1060D от 23 сентября 2016 года, в которой говорится о том, что примария выделяет 100 тысяч леев на проведение концерта на большой арене цирка, который запланирован на, внимание, 21 сентября. То есть диспозиция выдается постфактум, после проведения концерта, который должен был быть. Теперь, внимание, концерт группы, я назову название группы, чтобы вы могли понять, что такого концерта не было, чтобы вы могли поискать, и кто-нибудь скажет, если кто-то на этом концерте был. Это концерт группы Гендулмыций, который мы многие из нас любят, уважаем, мы слушали их в детстве. Тем не менее, вы можете проверить, что такого концерта не было. Я еще раз прочту. Сяк чепта, акоперире, де кытре примарии муниципу Кишинеу, акел туире, лоин сумма, де оми, осуды де ми делей, нечесаре пентру организаре ун концерт экстраординар, каре ва авя лог пе 21 сентября 2016 ин арена маре а циркулу дин Кишинеу.